Вот так мы ее кладем. Ба, ложись. А, молодец, бабулька. Вот так бабка ложится. Я ее придерживаю. Вот я сижу тут уже по пону себе постелила. А Серега вот взял ногу и продолжает работать. Я вам пытаюсь вот так снять, потому что я одной рукой бабку держу. Вот он обкусывает. Поэтому персонал она прекрасно знает. И она не глупая тетка. 35-е лето уже бабки. Приятно тебе тут бабка, да? Когда? Вот, Сереге уже нравится. Ну, похоже на копыта. Стоечку. Так, Серега в очередной новой позе обкусывает вот так. Копытца. Самое главное, чтобы когда мы ее подняли, она не грохнулась с непривычки на новых ботинках. Так, мы так еще болгаркой запиливаем. Сперва включили, бабка перепугалась немножко. Вот, мы сейчас успокоили, она лежит спокойно. Спокойно понимает, что надо лежать. Полет нормальный. Бабка умница. Вот так происходит расчистка. Серега вот так сел, чтобы нас закрыть. Иначе, когда он пили, топился. И вот, и у меня вся нога покрыта пеплом от копыт. Такое впечатление, что подожгли, блин, копыта, и они горят. Воняет. Попробую вам снять. Я побежала за бубликами. Чтобы бабки бубликов. Вот так видны все со стороны. Молодец. Вообще можно подумать, что тут кошек разделывают, если честно. И звуки такие. Все, сейчас я бублики набираю. И в угол свой, вот там я сижу в углу. Держу бабку дальше. Сидит, пилит и пилит там. Выпиливает что-то. Как будто он вырезку по дереву делает. Такой сидишь уже и думаешь, блин, ну когда он уже допилит? Капуста у бабки, бери капуста, пилит. Новый бабки. Вот. Ну, смотрите, какие лучше. Копыта. Красота. Вот, новая поза. Я же говорю, очень так выглядит. Ай, не могу. Зажмуриваемся. О, да. Нас летит. Не идеально, но ничего. Ну, я боюсь, что мы до идеала у нее никак не справимся. У нас сейчас перекур. Серега несет кучу бубликов. Вообще, на самом деле, бабка молодец, она заработала. Неплохо. Мы в этот раз вообще шикарно сделали. Неплохо. Всем в душ. Девочки лежат и боятся, что им ноги отрубят. Я тут тоже рядом с болгаркой. Серега пилит и боится, что он девочка моя. И все, короче, этот район тут боятся. Бабка спит просто, глаза закрыла тоже. Так вот, я теперь понимаю, как женщины себя ведут на педикюрах и маникюрах. Засыпают, да. Приходит, там и спят. Она реально глаза закрывает. Да не, мне кажется, ее поднимать, она уже сколько лежит. Вот такое дело у нас, видите. Ай-ай-ай, у меня тоже ноги затекли там сидеть в углу. Я вон, видите, на попонке. Бабка на попонку с бубликами. Ба, ты будешь вставать? Давай, только много не ешь. Ну, не знаю, нет, Серега, мне кажется, надо ее поднять все-таки. Она уже тоже такая залежалась. По-моему, она уже привыкла, что по ней там ходят. Барсик пришел посмотреть, что с бабкой. Ну, если... Ба, вставай. Новые копыта попробуем. Два. Ну, смотрите, копыта. Пробуй свои копыта новые. Будешь пробовать? Скажи, да подождите, у меня все затекло, мне надо постоять. Ты вообще можешь идти гулять, ба. Там хорошая погода, что тут уже? Ну, в общем, вот так вот происходит расчистка. Если вы думали, что это легко и просто, то это офигеть как сложно, блин, и проблематично. Поэтому, ну, я не знаю, что вам сказать. Тут как бы возраст уже, он роль свою сыграл. И на что тут грешить? Надо чаще расчищать, конечно. Блин, надо чаще расчищать, но на это надо тоже. И время, и силы, и все остальное, естественно. Тоже против. И положить бабку тоже надо. Вот, короче, вот так. Ну ладно, все, отводим бабку гулять. О, водички попить, правильно. Скажи, тяжелая была процедура. Да, сейчас всем душ, потому что у меня, видите, отделено. Там и голова вся. Да, блин, придется и голову сейчас мыть. Ну ладно, сейчас я вытрушусь, прочешусь. Сейчас мы бабку проводим, а то она иногда тут начинает подворовывать еду по тазикам, поэтому ее надо направить на выход. Во, на новых своих. Промни свои новые ботинки. О, смотрите, левую ножку сделали. Помни, классно сделали.
Шикарная бабка такая тоже. Типа, чего ты пристала, скажи, к моим? Смотри, ба, какие у тебя ботинки классные. Мы что, там зря речились? Вот, вообще, супер, супер. Вот эта нога ужасная. Вот, одинаковые ботинки почти. Вот так, молодец, пробуй. Давай. Бабулька, шикарная бабулька. Давай, давай. Пошла, пошла. Пошла, как в новых кроссовках. Ну, гуляй. Тут...